у нас поднимаются ракетницы, и оттуда вылетают ракеты, соответственно. Просто посмотрите, как здесь теперь все выглядит. Графика реально на высоте, игра стала куда реалистичнее, чем была. Добро пожаловать на обзор глобального обновления Russian Military Truck Simulator. Ссылка на игру в описании. Симулятор был полностью переделан, поэтому можно сказать, вы сейчас увидите абсолютно новую игру. Начнем с обзора меню и настроек. В настройках мы можем поменять качество графики. Я поставлю ультра настройки и посмотрим, что же из этого выйдет. Сохраняем все это дело. Можем включить плотную растительность, но она сразу же предупреждает, что это для мощных устройств. Видим очки боевого опыта. Да, теперь здесь машину не так-то просто открыть. Вы спросите, как же получать очки боевого опыта? Все просто. Посмотрели одну рекламку, вам дали 500 очков. Помимо этого, вы можете выезжать на полевые выезды. Первая линия автомобилей была открыта изначально, вторая линия автомобилей стоила 2000 очков опыта. Я посмотрел 4 рекламных ролика и открыл эту линию. Следующая линия стоит уже 5000. Что ж, нажимаю кнопочку «Полевой выезд», и сейчас вы поймете, о чем идет речь. То есть нам дается 3 задачи. Первое – это привести документы в ВЧ, то есть военную часть. Перед тем, как начать миссию, давайте посмотрим, что же нового в игре. Ну, во-первых, посмотрите, как она выглядит на ультра настройках. Графика абсолютно новая стала. Ничего той графики вообще не осталось. В верхнем левом углу у нас есть такая шестеренка, где мы можем поменять тип управления. Я, пожалуй, поставлю акселерометр, а также выбрать цвет спидометра, то есть худо, ну пусть оранжевый будет. Также есть карта, на которой все подписано и все понятно, гадать не надо, что это за место такое на карте. Есть возможность включения-выключения аварий, левого-правого поворотника, соответственно, ну и свет ближний и дальний. Ручной тормоз в верхнем правом углу, как раз таки вот все индикаторы у нас есть, это ручной тормоз, поворотники, все это там показывается. А также на какой передаче мы сейчас едем и обороты в минуту. Есть вид от первого лица в УАЗике, он немного руль угловатый, а остальное здесь все сделано просто замечательно. Ключик, отвечающий за включение и выключение двигателя, причем когда включаем двигатель, у нас идет дым из трубы, все как в реале. Ну и как вы заметили, из машины можно выйти, есть два джойстика, один отвечает за самого персонажа, а второй отвечает за камеру. Просто посмотрите, как здесь теперь все выглядит. Графика реально на высоте, игра стала куда реалистичнее, чем была раньше. Что ж, садимся обратно в УАЗик и поехали выполнять задание. У нас получается сейчас первая миссия. Да, у нас тут дорога вообще ухудшилась, здесь какая-то грунтовка пошла и по бокам камни, каменюги прям целая. Оп, УАЗик начал заносить, ну вот про что я и говорил, физика в игре присутствует. Можно реально потерять управление и, так скажем, наделать делов. Ладно, нужно обратно возвращаться на дорогу, пока это никто не видел. Меня опять занесло, и я слетел куда-то вниз. Стоп, стоп, как это называется? Это, как понимаю, какой-то военный городок или поселок, ну, городок Элита или Элита, не знаю. Ну, как-то странное название такое для военного поселка Элита. Ну и все, подъезжаем мы, как понимаю, к какому-то штабу, и сейчас все. Все, мы приехали, задача выполнена, мы привезли документы, нам дали 250 очков боевого опыта. Задача номер 2, нужно привезти питьевую воду на полевую позицию номер 1 и номер 2. Тут у нас уже идет такая Нива, пикап. Кстати, салон у нее мне понравился гораздо больше, чем у УАЗика. Там даже на торпеде иконы стоят, ну как обычно, и кассеты в бардачке, так скажем, открытом. О, ничего себе, даже такая накладка на сиденье. Кстати, наш персонаж именно одет не как какой-то НН, а реально как военный какой-то в форме. Сзади у нас ставятся две емкости с водой, ну и теперь мы должны их развести, получается. Все, у нас исчезла эта емкость, и мы можем
ехать дальше. Ну и все, получается, эту миссию мы тоже выполнили. Ну и третье, самое интересное, это произвести испытание боевых ракет. Просто посмотрите на эту громаду, это Тигр. От первого лица здесь тоже просто посмотрите, как все круто сделано. Справа у нас монитор как раз-таки, на который выводится картинка. Очень-очень круто все сделано. Ну и сейчас мы поехали. Все, у нас поднимаются ракетницы, и оттуда вылетают ракеты, соответственно. Все это сопровождается таким крутым эпичным звуком. Выстрелы ракет. Воу-воу-воу-воу-воу, что-то у нас какой-то баг произошел небольшой. А, ну мы, получается, ракеты вместе с нами летают, ничего себе. Мы едем, и они прям над нами летают, воу-воу. Да, давай-давай, в наш батальон полетели. Так, ну здесь просто что-то дальше непонятное происходит, они... повсюду за нами летают, у меня такое ощущение, ну, Тигр правильно уехал, сейчас они прилетят именно в нас. Что ж, ладно, здесь пока будет происходить этот трэш, я, пожалуй, уйду в меню, пока тут меня не подорвали. Еще покажу вам очень интересную функцию в этой игре. Что ж, решил я выбрать Урал. В свободном режиме здесь есть кнопка «Автомобиль», где мы его можем кастомизировать, то есть камуфляж. Можем поменять цвет, ну здесь прям такой бронзовый или медный и серый цвет. Я оставлю по дефолту зеленый. Есть возможность убрать тент, то есть сделаем просто бортовой Урал, можно сделать борт-тент. Ну и поменять тип привода. РВД, ФВД, АВД, ну пусть будет РВД, как было, так и оставлю. Что ж, поехали, у грузовика физика тоже ощущается абсолютно другая. Он едет гораздо тяжелее, менее поворотлив, и салон тоже здесь просто... на высоте. В свободном режиме ничего делать не надо, просто катаемся, наслаждаемся, так скажем, видами и проработкой машин. Что ж, сейчас вам покажу следующую машину, и это БТР. Его тоже можно кастомизировать. И чему я просто поразился, здесь есть вид от первого лица, не на всех играх. На ПК, где там есть БТР, нету вида от первого лица, в игре на телефон вид от первого лица есть. Здесь все, кроме руля, сделано просто превосходно. Ну, здесь он прям как у УАЗика, такой квадратный, немного топорный. Что ж, вот как-то так игру обновили. Я должен сказать, что мне все зашло абсолютно. Но единственное, да, есть баги, но это обновление вышло 2 дня назад. Поэтому, соответственно, баги здесь есть. Что ж, на этом буду заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Встретимся в следующем видео или на стриме.